Приветствую, дорогие друзья! С вами группа Юбилейные. Сегодня на нашем видеообзоре мы затронем тему перепуток монет, то есть монеты перепутки по цвету. В основном встречаются, вот я вот посмотрел, некоторые запросы делал на Гугле, сделал запросы в Гугле и там обнаружил, что много очень предложений так называемых монет перепуток. Много очень предложений в интернете, да? Вроде пишут продавцы монеты с монетного двора, монеты настоящие, оригинал, там, что это перепутки цвета. Но заметьте, что тоже как бы тут именно в том вопрос, что ну, пишут вроде правильно, да, перепутки цвета. Ну да, вроде цвет перепутан, но не перепутка металла. То есть металл, они уже не гарантируют, что металл будет там определенный, там, например, медно-никелевый там или какой. Ну это вот монетки как вроде перепутки, стоят они 1000 рублей. Я хочу вам о них именно рассказать, все мифы, которые там, что это настоящая монета, опровергнуть, именно рассказать, что это за монеты. Я их купил за 1000, еще давно, кстати. Если вы не смотрели видео по этим монетам, есть еще одно видео, первое видео по этим монетам, можете посмотреть. Это продолжение видео. В этом видео мы окончательно расскажем, что это за монеты. Вообще, откуда они взялись или как, откуда, для чего они. Я думаю, что это все-таки такие монеты выпускают или переделывают для обогащения. То есть, например, они их купили там за 100 рублей комплект, да, перекрасили, получили 1000 рублей. Ну, вроде так неплохой бизнес, да. Еще встречаются, вот я видел, такие же монеты, там, разные области, там, Пензенская, например, Челябинская. В интернете много очень предложений, можете набрать в Гугле, именно посмотреть. Давайте разберемся. Я вот подумал, зачем заниматься мародерством, там, пилить, распиливать. Мы можем взять сегодня такую вот бормашину, у меня она есть, естественно, и просто попробовать их почистить. Да? Если это какое-то покрытие, то они будут... ну, будет менять цвет. Давайте не будем тянуть, приступим и наконец-таки поймем, что это за монеты. Давайте начнем. Так, мы нанесем пасты немножечко, да, специально для монеты. Попробуем сейчас уже на круг нанести немножко, чтобы она немножко так. Так, вот я почистил одну сторону, да? Так, сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Не знаю, вы увидите сейчас или нет, но я вот даже сейчас вижу. Вот, смотрите. То есть ситуация такая, да? Что внутри, видите, светлая
как обычная монета, да? А тут вот осталась желтая вот часть. Вот видите? Вот сейчас вот хорошо видно. Здесь осталась желтая, то есть цвет, да? Здесь наоборот. Здесь наоборот получилось, что кольцо. А здесь медно-никелевый сплав. Ну, как бы цвет белый, а не такой, как здесь. Видите? То есть монета была первоначально вот такой вот, смотрите. Сейчас вот вы увидите. По цвету, да? То есть это монеты подделка, это просто переделанный цвет. То есть нанесли покрытие какое-то, я не знаю, может серебрение, но вряд ли, я не знаю. И продают как перепутка цвета. Ну, в общем, это не перепутка цвета. Это обычные монеты, только перекрашенные. Такие вот монеты. Если вам понравилось данное видео, ну, я думаю, эти же тоже точно такие же. Как бы нет смысла терять время нам и смотреть, что это за монеты. Так что можно их просто почистить, я думаю, и будут так, как обычные монеты, да? Я повторяюсь, я купил их, я решил просто проверить и купил их за 1000 рублей, эти монеты, 3 штуки. То есть, это все фигня, никогда никому не верьте. Но я не знал, что они будут поддельные, в принципе, я для вас специально снимаю обзор, чтобы вы не попались на такое. Проверяйте у проверенных продавцов, покупайте и все. Вот видите, я... Посмотрел, это монеты перекрашенные. Вот тут белое кольцо, а здесь желтое. Все, всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И следите за следующими моими видео. Всем спасибо, до свидания.